На открытии сезона присутствовали официальные лица, руководство города и министр физической культуры и спорта Ульяновской области Владимир Лазарев. Сегодня встречается «Лада» и «Крылья Советов», открывается футбольный сезон на Ульяновской земле. Завтра пойдут кубковые матчи первенства города, дальше чемпионата, то есть сезон открыт. Хочу пожелать команде «Лада» новое название, новых побед. Всем игрокам сегодня показать высокотехничную игру, а зрителям насладиться этой игрой. Начались игры первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона. Настрой, естественно, боевой. Первая игра домашняя. Ребята мотивированы как никогда. Команда практически новая, изменилась на 80%. Поэтому интересно, наверное, будет болельщикам видеть новую команду. Готовы к победам все. Тренерский состав, команда и, конечно, болельщики. Только чтобы наши выиграли все время. Сейчас «Лада», обратно «Лада» вернулись. «Лада, не робей, еще парочку, забей», буду кричать. На первых минутах наши вырвались вперед. Первый гол нового футбольного сезона забил димитровградец Иван Кузнецов. В итоге первая 45-минутка закончилась со счетом 3-0. Еще 4 мяча забили наши футболисты во второй 45-минутке в ворота соперников. 7-0. Уверенная победа. И отличный старт в начале сезона. Впереди выезд в Чувашию. 19 мая игра с командой «Химик». Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. Наше время.